прохождения сигнала, созданного телевизионной передачи, через стену, которая не является преградой, и, соответственно, сигнал проходит и образует поле. Любая комнатная антенна принимает эти сигналы для подключения и обработки телевизионного приемника. Практически все прототипы телевизора оснащены телескопическими антеннами. Но всегда ли можно получить качественное изображение внутри помещения, даже при использовании дополнительного оснащения комнатных антенн. Во-первых, напряженность электромагнитного поля на телевизоре очень мало по сравнению с открытым местом. Большее количество сигналов помещается в стены, особенно железобетонные. Здесь же скажется расположение оснащения, такая как и направленность в сторону телевизора. Комнатные антенны, как правило, слабо направлены, потому что имеют небольшой скорость усиления. Это приводит в первую очередь к наличию много наибольших неустойчивых синхронизаций повторов и страйков. На открытом месте электромагнитных полей имеет характер бегущих волн, а в помещении стоят, то есть эффекта многократного отражения волн от металлических предметов. В такой среде свойственно размещение антенны внутри концентрации электромагнитного поля, что и делает методом соответствия необходимого месторасположения антенны. Для получения более-менее целостного изображения нам порой подолгу приходится повторять положение антенны. На сбой изображения оказывает даже перенесение изображения и перестановка противоположных предметов физики, особенно на сильных встроенных зеркалах. И все же, в определенных условиях, вблизи отсутствия качественных приемов на комнатной антенне не случается. Куда лучше эффект дает наружная антенна, установленная в приличной высоте и работающая на больших коэффициентах усиления, при наличии встроенного антенного усилителя. И имеющий более сложную конструкцию по сравнению с эксклюзивной комнатной антенной.